Hey, всем привет! Меня зовут Уля, и вы на моем канале. И, возможно, на фоне вы будете слышать еще голос Джуна, потому что он сейчас засыпает и разговаривает со мной. Сегодня будет необычное видео вот с такой озвучкой, потому что я снимала влог, но почти не говорила в этот день, поэтому я решила вот объяснить вам, что мы делали, куда мы ездили в этот день. Впервые за долгое время мы решили сделать семейные фотографии и выехали с мамой и папой в город. Я случайно встретила свою подписчицу на улице, и оказалось, что она фотограф. Именно она нас пригласила на фотосессию в свою студию, и мне было очень приятно. Конечно же, студия понравилась Джуну. Здесь очень много игрушек, все такое яркое, все сверкает, все такое новогоднее. Мы думали, сейчас он немножечко поиграется, побегает по студии, потом мы все-таки сможем сделать с ним несколько кадров. Как вы уже поняли, Джун на одном месте не сидел. Как только мы его не отвлекали, какие только игрушки мы ему не давали, все равно он ни минуты не задерживался на одном месте. Но все-таки несколько кадров мы получили. Джун гиперактивный ребенок. Те, кто подписан на мой инстаграм и смотрит мои сторис, знают, что когда мы с Джуном выходим гулять на улицу, он всегда бежит куда-то. То есть не было дня, когда он просто пешком бы шел. Вообще, я раньше всегда хотела, чтобы мой ребенок был шустрым. Сейчас я понимаю, что с таким гиперактивным ребенком не совсем легко, и лишний раз ты не пойдешь в заведение, уж тем более в фотостудию, и не сможешь сделать кадры, но все же мы получили несколько общих красивых фотографий и еще сделали отдельное фото Джуна. Многие спрашивали, на каком языке говорит Джун. Джун у нас еще не говорит, но понимает казахский язык. И немного, совсем немного корейский язык. А мне кажется, что со временем, в принципе, он заговорит на двух языках. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Когда мы с ним переедем в Корею, конечно, основным языком для него будет корейский язык. Но я буду очень стараться говорить с ним и на казахском, и на русском языках. Так как ребенок маленький, а они все схватывают на лету все, я очень надеюсь, что в будущем Джун будет на нескольких языках свободно разговаривать. Когда мы были последний раз в Корее, ходили в больницу, нам врач сказал, что он, возможно, поздно заговорит из-за того, что он просто путается. Из одной страны в другую страну ездит и слышит разные языки. Как любая мама, я немного переживаю за своего сына, потому что некоторые дети его возраста уже говорят. Но я не перестаю верить в лучшее. Я знаю, что настанет тот день, когда он будет бегать за мной по пятам и спрашивать, а что это, а почему это, а кто это. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом. У кого ребенок во сколько лет заговорил? После фотостудии мы поехали на встречу к моим сестрам. И впервые за долгое время мы полным составом семьей собрались за одним столом. Это моя средняя сестра, Джун ее очень любит. Старшая сестра, мама и папа. Не обращайте внимания на макияж моей старшей сестры, просто у нее сегодня фотосессия была, поэтому она так ярко накрашена. Каждый день она так не красится. Мы приехали в кафе Paradise. Это Буйру Лагман, мой самый любимый. Мы очень вкусно пообедали с семьей,
провели приятное время. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Мы с вами еще встретимся. Всем пока-пока! Yeah.